Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. В общем, все. Они побегали, поигрались. Я познакомился с новым человеком. Супер. Ну, как бы было плохо, но я сейчас отвлекся. Я познакомился с девочкой. Все супер. Я тоже. Черт, сейчас я установлю свет, подождите. Вот. Только я ни хрена дороги теперь не вижу, ну да пофиг. Было кому, не поверишь. Так, все, стоп, я свет уберу, у меня глюки начались. Ну вот так вот было кому ставить. Это свет извне. Тут храм просто. Храм меня освещает. И да. Рабынька плачет дома. Конь стоять. Она плачет, потому что я плачу. Так у нас все прикольненько. Чё за нахрен? Не могу назад перемотать песенки. Фак. Конь, я тебя крепко ногами зажал, ты никуда не денешься. Хотите, вам спою? Ща. Мне нужна сука, у меня есть бумага. Let me see you, pussy bitch, I'm a bad motherfucker. Остановись, раком, твой парень бедолага. Твой парень черт, сука. Мне нужна сука, у меня есть бумага. Let me see you, pussy bitch, I'm a bad motherfucker. Становись, раком, твой парень бедолага. Твой парень черт, сука. А, рабынька, с рабынькой все хорошо, просто мы плачем из-за того, что я плачу. Да, это очень мило. Коня, мы, возможно, в лес поедем скоро, так что не будешь скучать, мы поедем как последние шлюхи. Я из-за тебя не могу спеть песенку. Синки нет. Я только что познакомился с другой девочкой, так что у меня новая. У меня, короче, новая фраза. Теперь сучка, open your pussy. Я тебя ёбнут на голову.
породу псинки Homo sapiens. А вообще я в лосинах, и мне холодно. Конь, иди сюда. А как же моя? Ну, Мерил в лосинах и Мерил холодно. Они же тонкие. Нет. Но я в них не хожу, потому что кое-что будет слишком видно. Поэтому только хожу ночью гулять с собакой. Тебе нравятся мои трусики? Сейчас у меня трусики Гуччи. Ага. Ты хочешь их снять с меня? А тут храм, может, в храме показать тебе? По-моему, с меня тогда все лосины слезут вместе с трусами. Ну да, я вот немного против. Хотя нет, я не против. Только лучше, чтобы ты это сделала сама. Я сейчас хочу быть такой шлюхой. Но я не могу быть шлюхой. Мне слишком холодно быть шлюшкой. У меня лосинки сползли. Мне так неудобно. Они еле держатся на мне. Я слишком жирный. А подтянуть я не могу. Что делать? Привет. Дела супер стали. О, нет, мне что-то в ногу вставилось. Так больно. Это не стоны. Мне просто очень плохо. Я совсем не умею стонать. Я иду домой. Конь, ну хватит стонать, пошли домой. У меня, короче, собака что-то растоналась совсем. Я гулял. Вообще, конька так стонет. Вообще. Когда этот мир катится, животные стонать научились, а хозяин не умеет. Конь, научи меня стонать.
Тебе нравится кустик? Почему же все люди смотрят, кстати? Ничего, на улице становиться уже нельзя. Пошли. А, нет, только не дерево. Конь, подошла сюда. Холодно. Ой, здравствуйте, Малышева. Не знаю, что смотрите меня. Малышева, поделитесь трансляцией, пожалуйста. Мне нужны ваши зрители. Бабуськи, я жду бабусик Малышева. Вы по мне скучали? Спасибо, Малышева. Кто соскучился по моим стонам? Сейчас опасный трюк. Нет, я не могу, там машины поехали. Ой, на себя посмотри. А чё, всё я могу? Нет, не могу. Конь, быстро побежали, побежали через дорогу. Там зелёный горит машинкам. Побежали, побежали. Давай, конь, беги, беги. Так, ладно, я сейчас, короче, домой в ванночку. Так что все, всем поки-поки-поки. Ой, черт, споткнулся. Конь, пошли, иди. Транса будет, думаю. Да, думаю, будет в ванной.